Дорогие друзья, в этом видео мы разберем с вами форму N400 Application for Naturalization. Эта форма действительно с 2023 по 2025 год. По окончанию этого видео вы будете хорошо понимать каждую часть этой анкеты. Вы будете понимать каждый вопрос. Почему это важно? Потому что если вы понимаете каждый вопрос, вы правильно сможете, во-первых, заполнить свою анкету, во-вторых, выучить этот вопрос и, в-третьих, правильно ответить офицеру. Смотрите, пожалуйста, это видео, запоминайте вопросы и ответы для того, чтобы получить паспорт гражданина Соединенных Штатов с первого раза. Дорогие друзья, приглашаю вас на подготовку к интервью на гражданство в Соединенных Штатах Америки вместе со мной. За годы успешной подготовки моих студентов выработалась четкая система, как помочь человеку даже с нулевым английским пройти интервью на гражданство и получить паспорт Соединенных Штатов Америки с первого раза. Ребята, то же самое у нас проходит с человеком, который помогал готовить вашу анкету. Он мог быть никаким не переводчиком, а просто preparer, да? Смотрите, и нам нужно дать информацию о том, о помощнике, который помогал, о заполнителе, который помогал вам это сделать. Его фамилию, его имя, организацию, его mailing address полностью заполняется. Дальше идет телефон, контактная информация, телефон, email, адрес, мобильный телефон. Также, смотрите, есть две категории этих людей, которые заполнители. Смотрите, категория А. I'm not an attorney or accredited representative. Я не адвокат или не аккредитованный представитель, но I have prepared, я приготовила эту аппликацию за аппликанта и с его consent, с его заявления, да, с его слов. Это человек, который не является у нас адвокатом. Добро пожаловать на наш канал по подготовке к интервью на гражданство. Подпишись на канал, потому что здесь ты найдешь абсолютно всю информацию, чтобы успешно пройти интервью на гражданство в Соединенных Штатах Америки. Лайкай видео, если оно тебе полезно. Второе «Б» относится к человеку, который имеет юридические знания, является адвокатом, юристом. Он говорит «I'm attorney». Или я accredited representative, аккредитованный специалист, and my representation of the applicant, и моя представление моего аппликанта в этом деле. Смотрите, extends – это продлевается. Если does not extend, это значит не продлевается дальше этой аппликации. Посмотрите, пожалуйста. Если вы, if you are an attorney, если вы адвокат или accredited representative или аккредитованный специалист, чье представление вот тут extends, да, что вы продолжаете представлять этого человека, вы должны, you may be obliged, вас обяжут submit, приложить документ, который называется форма G28. Это о том, что вы можете entry of appearance, вы можете появиться как адвокат или аккредитованный представитель with this application, с этой аппликацией. И дальше идет то же самое, что моей подписью я сертифицирую, я подтверждаю под страхом лжесвидетельства, что я приготовил этот документ в соответствии с запросом аппликанта, что аппликант просмотрел this completed application, полностью заполненную аппликацию, и информировал меня that he или she, что он или она понимает all the information contained in, понимает всю информацию, которая состоит в этом, и submitted, да, и которая отправлена вместе с этим, с ее или его аппликацией, включая вот этот вот кусочек, который applicant's certification, заполнение сертификации аппликанта, and that all of this information, что вся, ребята, эта информация полная, complete,
true, честная, and correct. I completed this application. Я заполнил эту аппликацию based only on information, основанную только на информации, что applicant provided, что заявитель обеспечил меня и авторизировал, разрешил мне это использовать. Ребята, здесь идет подпись, конечно же, здесь идет дата. Посмотрите, пожалуйста, я хочу, чтобы вы вот этот момент тоже понимали. Не мы не заполняем с вами часть 16, 17 или 18 до того момента, пока USCIS офицер, который будет это все проводить на интервью, не сделает свою работу.